Одна из основных задач создания нашей выставки служила причиной, то есть сохранить историю, рассказать о становлениях пожарного и спасательного дела на Дону. И это этапы прошло от создания пожарно-технической выставки 85-й пожарной части на левом берегу Дона. Затем была выставка в Новочеркасске оформлена. И в 97-м году уже открыли пожарно-техническую выставку в Ростове. О чем вот рассказывает наш исторический формуляр, в котором собраны материалы от истории становления выставочного дела в Российской империи, а затем уже и у нас на Дону. Вот это, кстати, об открытии, да? Да, это об открытии, этой выставки, как здесь которая все было? Состоялась 17 апреля, в день Советской пожарной охраны, в 1997 году. Большой вклад в сбор материалов и вот в создание, в частности, и этого формуляра внес наш ветеран Корницкий Михаил Борисович. А я так понимаю, что изначально эта выставка была задумана, ну, легендой, наверное, пожарного дела, да? Да, у истоков, когда начиналось сбор материалов и создание выставки, начальником управления пожарной охраны являлся генерал Салютин Виктор Афанасьевич, у стенда которого мы находимся. Это историческая личность в масштабах не только ростовской пожарной охраны, но и Российской Федерации. Представьте себе, Виктор Афанасьевич Салютин, вот настоящая легендарная личность. Между прочим, этот человек награжден 15 отечественными и международными медалями и орденами, в том числе за отвагу и за отвагу на пожаре. Вот какого масштаба человек у нас жил и работал. Но я хочу несколько слов рассказать о том, как человек из Саратовской области, начинавший на пожарном катере «Вьюн», окончив Харьковское пожарно-техническое училище, пришел в пожарную охрану Ростовской области и сделал себя сам, несмотря на сложности вот, в жизни. Он был обычным пожарным, потом дослужился до начальника первой пожарной части. И его организаторские и спортивные способности позволили ему стать мастером спорта, потом почетным мастером спорта Советского Союза по пожарно-прикладному спорту. Таких званий имеют всего 4 человека. А возглавил сборную команду по пожарно-прикладному спорту не только Ростовской области, но и Российской Федерации. А впоследствии с Владимиром Полихроновичем Мартыновым они тренировали сборную команду СССР по пожарно-прикладному спорту. Добивались больших успехов как на всесоюзной арене, так и на международной. Неотъемлемой частью боевой подготовки пожарных и спасателей является пожарно-прикладной спорт. Первые соревнования на Дону прошли аж в 1931 году. А особое развитие пожарно-прикладной спорт получил у нас в середине 60-х прошлого века. Между прочим, наша сборная команда Ростовской области целых 11 раз завоевывала титул чемпионов страны. И, конечно, у нас есть свои выдающиеся спортсмены. Конечно, говоря о пожарном деле на Дону, хочется узнать, а как сейчас, как в наше время? Поэтому я прям очень попросила МЧС России показать пожарную часть и приехала в одну из них, это пожарная часть номер 85. Давайте узнаем, как она живет. Истоки возникновения пожарной охраны на Дону уходят в глубину истории на 230 лет. Так, 29 февраля 1788 года атаманом войска Донского был подписан приказ о введении во всех станицах должности огневщика, человека, отвечающего за хранение надлежащих припасов, бочек, топоров, повозок, а также расследующего пожары и выясняющего причину, будь то злодейство или неосторожность. Шли годы. За это время многое изменилось, однако неизменной осталась лишь цель – спасение жизни и имущества. В настоящее время в службе спасения добавилось много профессий и специальностей.
кинологи, респираторщики, пиротехники. В систему МЧС России в настоящее время входят различные подразделения. Например, подразделения Государственного пожарного надзора осуществляют меры профилактики нарушения требований пожарной безопасности, а также противопожарную пропаганду среди населения. Подразделения авиационных спасательных центров оказывают авиационную помощь другим подразделениям МЧС России. Подразделения Государственной инспекции по маломерным судам осуществляют спасение людей на воде. А скажите, пожалуйста, говорят, что пожарные много стоят. Ну, вы знаете, профессия пожарного за свою большую историю обросла множеством мифов и каких-то домыслов. На самом деле это не так. Пожарные, наверное, одна из тех профессий, где люди, наоборот, спят меньше всего. Пожарно-спасательная служба. Вас поняла. Отделение на выезд, отделение на выезд. Боевая форма пожарных всегда сложена для того, чтобы ее быстро смогли надеть. Вот видите, как вывернуты куртки, чтобы снять и сразу нырнуть в рукава. Здесь подготовлены вот здесь сапоги, брюки, чтобы просто успеть запрыгнуть и натянуть на себя штаны. И, конечно, каска. Без нее никуда. А вот, кстати, здесь мы можем наблюдать вот такие красные отметины спереди и сзади. Они означают то, что эта форма достаточно молодого бойца. Он еще 3 лет не служит в пожарной службе. И если будет какая-то серьезная ситуация, сложная, то командир должен знать, вот, что это молодой боец и где он находится, для того, чтобы все остались живы, здоровы, и все с пожарными было хорошо. Существует несколько видов пожарных автомобилей. Вот этот, например, рассчитан на 5 человек. 3 садятся сзади, 2 спереди. Не терпится попасть в кабину. Ой! Она, оказывается, автоматическая. Ну, залазим. Слушайте, у меня явно не хватает веса, чтобы здесь себя нормально ощущать. Но если серьезно, то выезд пожарного автомобиля на вызов занимает меньше 1 минуты. От 25 секунд до, по-моему, 45, что-то такое. Представляете, пожарные должны успеть прибежать в гараж, быстро одеться, забраться в автомобиль и выехать. И все это за 60 секунд. Меньше, чем за 60 секунд. Ну и едут они вот в такой машинке. Это, кстати, машина достаточно новая, и она оснащена по последнему слову техники. Посмотрите, как здесь все сделано. Классно и удивительно. Я так понимаю, что это, наверное, баллоны с кислородом. Все, да, вот есть индивидуально все очень. Каждое сиденье. Здесь тоже все вот оборудовано. И впереди сидит водитель и пожарный. Все сделано для того, чтобы люди быстро приехали на место возгорания и сразу приступили к своим обязанностям, потому что в такой вот экстренной, да, ситуации, когда где-то случается беда, счет идет действительно не на минуты, на секунды. И пожарные это знают как никто другой.
Чтобы спасать наши с вами жизни, пожарные должны действовать быстро и четко. Для этого существуют специальные нормативы. Вот, например, прямо сейчас отрабатывается вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого. Этот навык необходим, когда нужно человека поднять с какой-то глубины, либо наоборот спустить его с высоты. И выполнить этот норматив необходимо за 25 секунд. Наше сегодняшнее путешествие подошло к своему концу. Но что хочется сказать? Последнее слово. Дело в том, что обратите внимание, оглянитесь вокруг. Ведь рядом есть люди, которые ежедневно готовы рисковать своей жизнью ради нашего спасения. И в их число входят пожарные, о которых я сегодня и рассказывала. Это действительно очень смелые и отважные люди, которые являются нашими такими ангелами-хранителями. И этой программой я хочу еще раз сказать им огромное спасибо за их работу. Всем привет! С Новым годом! С новым счастьем! Это 2021 год, это программа «Точка на карте», и впереди много выходных дней. Значит, нужно, чтобы правильно отправляться в путешествие. И, естественно, не забываем заправлять свои автомобили качественным топливом на автозаправочных комплексах «Shell». И еще помним, что здесь можно вкусно подкрепиться. Ведь панини – это горячий бутерброд. Но и сэндвич тоже может быть горячим бутербродом. Все зависит от ваших предпочтений. Главное, что они абсолютно свежайшие. И поэтому я даже не знаю, что мне делать, как мне быть. Тем более, что есть сэндвичи с тунцом, с семгой, панини с курицей, с говядиной. Мама дорогая, это самое сложное – выбрать, что же я хочу. Но была не была. Пусть сегодняшний день будет с итальянским акцентом. Приятного аппетита. Спасибо. Такие бутерброды можно же кушать не только на автозаправочных комплексах Shell. Их можно взять с собой в дорогу для всей семьи. Можно взять даже с собой домой, чтобы ваш завтрак был по-итальянски изысканным. Приятного аппетита. С Новым годом!